Одинцовские единороссы в рамках реализации партийного проекта «Российское село» проверили ход реализации президентской программы «Социальная газификация» на территории села Лайково. Партийцы осмотрели территорию на предмет восстановления дорожного полотна и отметили, что работы по благоустройству были выполнены в полном объеме. В масштабах всего Одинцовского округа в рамках программы уже догазифицировано 147 населенных пунктов, построено 110 километров газопроводов.